Всех приветствую, продолжаем знакомиться с работой художников, скульпторов и их автобиографией. Джованни Баттиста Каччини или Джованни Баттиста Каччино. Итальянский скульптор из Флоренции, работавший в стиле классицизма на более поздней стадии маньеризма. Я цитирую переводную Википедию, как написано. Джованни Баттиста Каччини родился в Монтеполе между Флоренцией и Пизой 24 октября 1556 года. Обучался у скульптора-архитектора Джованни Антонио Дазио, известного своими точными рисунками римских древностей. Каччини тесно сотрудничал с Пьетро Таккой и остальными учениками Джамболони в длительном сотрудничестве над бронзовыми дверями для Пизанского собора. Восстановил фрагмент Аполлона с лирой Уффици. Биограф художников Рафаэло Боргини сообщал в 1730 году, что, по правде говоря, он был очень искусен в старательном собирании предметов старины и подделке их. Его садовые скульптуры создавали смелые силуэты и множество атрибутов, необходимых для этого жанра. Как архитектор, его единственной заметной работой является портик во Флоренции, 1601 год. Его брат Джулио Каччини был известным композитором, педагогом, певцом, инструменталистом и писателем эпохи позднего Возрождения и раннего барокко. Каччини умер в Риме в 1613 году. Вот так вкратце из переводной Википедии о итальянском скульпторе из Флоренции, который работал в стиле классицизма на более поздней стадии маньеризма, Джованни Баттиста Каччини. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.